Каждый год проводить разные виды спорта. Так решили в Мирнинском отделении Ассамблеи народов Якутии. В организации не только делятся культурными традициями своих народов. Один из способов сплочения – спорт. Поэтому участники ассамблеи ежегодно проводят блиц-турниры. В этом году их решили провести по таким видам, как лыжные гонки, волейбол, гиревой спорт и хапсагай. Наши члены работают во всех предприятиях, организациях города Мирного Минского района, поэтому тяжело им собираться, но тем не менее мы собрали команду и надеемся, что будем показывать неплохие результаты. В нынешней программе первым видом спорта стали лыжные гонки. А в минувшие выходные спортсмены национальных общин и объединений Алмазного края выявили лучших в соревнованиях по волейболу. Я бы отметил тувинскую общину, такая веселая, такая здравая община, такая сплоченная, ну, аж глаз радуется. Вот вчера вот финальные игры были, когда Тува Байкал играл, что со стороны Байкала много очень болельщиков пришло, что со стороны тувинцев, там очень много болельщиков, там семьями, с детьми там все пришли, там, ну, очень весело было, как праздник. Блиц-турниры в этом году проводятся в память об Афанасии Новгородове. Активист общественной организации «Сардана» был постоянным участником и организатором спартакиады Ассамблеи народов. Друзья и родственники Афанасия организовали специальные призы для любителей соревнований. Друзья Афанасия Новгорода приняли решение именно провести абсолютное первенство по хапсагаю именно среди всех желающих с призовым фондом 10 тысяч рублей. Блиц-турнир продолжается. В ближайшие выходные спортсмены национальных общин и объединений попробуют свои силы в якутском национальном многоборье «Хапсагай». А заключительным этапом соревнований станут состязания силачей в гиревом спорте. Анна Винокурова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».